Все школьники страны, объединяйтесь. Сегодня существует действительно масштабная система, которая дает учащимся площадку для реализации своих инициатив. Теперь и в гимназии номер 2 открылось первичное отделение общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых». С важным событием юных активистов пришли поздравить специалисты Департамента образования и депутаты. В этой школе есть все возможности для развития интеллектуальных, творческих, самых-самых немыслимых проектов и задумок, и идей. И хоть сегодня вы только открываете первичное отделение первых, но вы уже давно первые, вы давно уже в этом движении. Считаю, что вы также продолжаете традиции комсомол нашего города, и гимназия номер 2 становится первой. Поздравляю вас с этим событием. Ученики гимназии номер 2 действительно ни дня не сидят на месте. Ежегодно школьники реализуют множество проектов. «Доброе сердце», «Застава», «Кошкин дом». В преддверии Нового года ребята готовят мастер-классы и спектакль, который покажут для детей из теплого дома. Популярной стала инициатива «Ярмарка добра». Как активист волонтерской организации «Твой выбор», мы ежегодно проводим «Ярмарку добра». Дети сами делают игрушки, пряники, шоперы шьем. Это наше нововведение с того года. И проводим ярмарку. Ярмарку проводим для родителей на родительском собрании. В прошлом году еще выходили на муниципальный уровень в дворец детского творчества. Сейчас проводим ее на уровне школы. Ярмарка ежегодно приносит большие суммы, и все вырученные средства отправляются в городской приемник «Верный друг». Директор гимназии Юлия Василкова в режиме видеозвонка одобрила открытие первичного отделения. Ребятам вручили значки с символикой движения первых. По словам активистки Виктории Романовой, благодаря движению у гимназистов будет еще больше возможностей делать добрые дела, город и страну лучше. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.